Осингин. Он приехал со своей такой хорошей футбольной бандой. Мы знаем, как он умеет работать с определенным количеством футболистов, которые он воспитал. Сейчас вектор в крыльях поменялся, ну и сложности у Игоря Осинкина тоже остались. В любом случае, любопытно смотреть за тем, как Осинкин воспитывает, потому что под его руководством ребята растут. Это заметно по некоторым фамилиям-то точно.